Данное видео создано при поддержке автомобильного портала Дром. Если вам нужно эксклюзивное, качественное авто, то лучше просто найти. Но многие советуют БУ японца. Если ты хочешь выращивать рис, то покупай себе старого японца. А если тебе нужна классная, эксклюзивная тачка, то это лучший вариант. Ну, в принципе, если вам не интересно... Да не, мне интересно. Тогда пройдемте, посмотрим. Это шикарный автомобиль, в котором все гармонично и лаконично, понимаете? Меня размеры смущают. А размеры пусть баб смущают. А мы, мужики, знаем. Главное уметь пользоваться. Прошу. Видал? Идеальная отделка. Почему так? Неправильно ставишь вопрос. Почему давно не так в отечественном автопроме? Слыхал, конечно, шумоизоляция, а? Нифига себе, давно в окей этим заморачиваются. Не заморачиваются, случайно так вышло. Помнишь эту панель? Нет. А ты ее видел 1000 раз в своих снах, на своих крутых, дорогущих тачках. Поздравляю, мечты сбываются. Идеально. Блин, так неохота расстраиваться после такого салона. Расстраиваться ты будешь, когда вспомнишь, что хотел купить старого японца, а тут смотри. Да соберись и нормально скажи, что ты охуел. Это просто ока, за которой очень хорошо следили. Господи, чтоб моя жена за фигурой так следила. Не говори. Она, наверное, масло жрет. Уаки с маслом. Все окей? Конечно. И много ока с таким двигателем жмет? А много ли ты видел на дороге ОК? Вообще не видел. Да потому что глаз человеческий не успевает их фиксировать. Реальная скорость света. Стойте, стойте. Это не машина нужна для хозяйства, для этого нужен огромный багажник. Тем более, тут багажник вообще бомба. Это хоть на тещу можешь положить, хоть целиком, хоть по частям. Пойдем пока. Смотри. Ё-моё. А ты думал? Нихера себе. Огромный багажник. Такой багажник только у тебя и у Ким Кардашьян. Да, ты чё, сказка? Просто сказка. Да, в хозяйстве поможет. Да с таким багажником хозяйство хочешь не хочешь увеличится. 489, 483. Да, все. Так, что? Еще же 17 тысяч! Ну ладно. Я не понял. А где люкс-то? Спасибо огромное за оку хозяину авто. Нашли мы ее на Дроме. Между прочим, ребят, машинка продается. Ссылочка в описании.